Да, мы сидим с участником главного боя, прошедшего вчера турнира Колизей Битвы Чемпионов 21. Шадрух Ширмамадов бился с Бахтиёром Юлдашевым из Узбекистана. Вот, в конце этого боя Бахтиёр нанес запрещенный прием, нанес Шадруху определенную травму. После боя была небольшая неразбериха, вследствие чего мы вчера не стали принимать никакое решение, оставили это на сегодняшний день, чтобы спокойно все осмотреть и принять решение уже окончательно. После пересмотра видео поединка мы приняли решение, что удар Бахтиёра Юлдашева имел запрещенный характер. Это был удар локтем в кадык. Помимо того, что у нас в принципе локти запрещены в организации, даже если бы они были разрешены, кадык, все равно удары запрещены по умолчанию в любой организации, потому что это удар повышенной опасности. Вследствие чего Бахтиёр Юлдашев в этом бою получает дисквалификацию, и победу одержал Шадрух Ширмамадов в дисквалификации соперника. У Шадруха и у Бахтиёра нет друг к другу никаких претензий. Вот, Бахтиёр Юлдашев очень скромный и беспокойный боец. Мы все прекрасно понимаем, что он сделал это не специально. И мы с удовольствием между этими бойцами организовали бы реванш, потому что их поединок был ярким, интересным. Он тоже появится сегодня на нашем YouTube-канале. Вы сами сможете его оценить. Вот. И, ну, всем будет интересно, я думаю, этот реванш увидеть, чтобы бой был упорный. Шадрух одержал в этом поединке победу, мы вручаем ему пояс организации и надеемся, что он не раз его еще защитит. Да. Поздравляю. Спасибо. Всем ассаламу алейкум. Хочу сказать всем болельщикам Зеленков спасибо за поддержку. Мы всегда рядом. Это не моя заслуга моего тренера Александра Джейда, его заслуга. Так что всем ассаламу алейкум, спасибо за поддержку. Да, я всех приветствую, всем ассаламу алейкум нашим братьям. Как бы все понимают, это вчера чуть-чуть как бы недоразумение было. У нас очень хорошие отношения с тренером, с командой вот, как бы нашего соперника. Мы желаем самое главное вот, здоровья нашему брату Шадрухе. Слава Богу, все хорошо. И с тренером у нас очень хорошие отношения. Мы, в принципе, сейчас как бы поправиться. И мы, думаю, ну, в принципе, Кирилл уже обо всем говорил. Начнем как бы, готовиться, ну, там, уже говорится матч-реванш. И самое главное, вот, ребята, которые приходят, постарайтесь, ну, более себя вести скромно. И вот не портить, как бы, такие, как бы, можно сказать, праздник, потому что этот Колизей, вот этот турнир был, ну, мое мнение, по-моему, самого лучшего. Думаю, дальше будем продвигаться и вести ребят. И думаю, самое главное поднять, брат, как бы свою страну, чтобы все ребята, все молодые, все гордились. Еще раз огромное спасибо нашему брату Кириллу, то, что вот, как бы, вот, вчера, в принципе, не сделал, сегодня все как надо было, в принципе. И думаю, будем дальше двигаться. Всем мира и добра.